Сейчас мы, короче, зайдем к одной девчонке. Вы зайдете к ней и скажете: выходи замуж за Павера, окей? Вы заходите и пишете: выйди замуж за Павера, окей? Договорились? Сейчас поможете мне личную жизнь строить. 3500 лайков, вы что, угораете? Откуда столько лайков? Короче, заходим, пишем: выходи замуж за Павера. Скефи, спасибо тебе за подписку, чекайте. Приветик всех, привет, Влад, привет, Роман. Я играл в PUBG Mobile. Я вижу, тебе даже нет. Скажите ей, выходи замуж. Слушай, да, ну так. Выходи замуж за Павера. Он тебя обозвал, поэтому порвали его и адрес и фото нашли. Только не говорите, что у меня минус 2 см. Не дай бог я увижу хоть одну надпись про минус 2 см в чате. Не дай бог. Вот не дай бог, я вас всех запомню. Там есть чат, в котором мы общаемся. Я вас всех запомню. Привет, это армянка, я наполовину армянка. Наполовину русская. Вот ссылка. Нет, не пишите. Замуж за Павера, жди... Блять, замуж за Павера. Жди рейд. Не понимаю, он же сейчас не стримит. Он не может... Так, ставим лайки, пишем: выходи замуж за Павера. Привет, хорош. Спасибо за подписку. Что происходит? Что происходит, я не поняла. Так, личную жизнь не устраивается. У меня сломался чат. Почему вдруг чат превратился в Павера? В одного сплошного Павера. Что происходит? Ребят. Кари, спасибо за подписку. Кот там уже вешаться пошел. Что происходит с чатом? Вы гоните? Он же не стримит сейчас. Что творится? Подождите, я сейчас проверю. Вы мне что чат ломаете? Никто. Вась, спасибо тебе за 100 рублей. О, я вижу Паху в чате. Господи, Паха. Выходи замуж за Павер, Паха. Ты что, и ты туда же? Ты туда же? Блять, он... Так, уходим. Типа меня здесь нет, Че за рожа такая? Да я смотрел, я мне стрима смотрел это разоблачение-то. Так, все она. Стримит. Павер, говнюк. Даже я звук... Типа меня здесь нет, Да я спалила... Что за рожа такая? Я спалила тебя. Так, ребята, я согласна, хорошо. Ааа, ура! Так, пацаны, ставьте ей лайки. Я тебя вижу. Ставьте ей лайки, пацаны. Ставьте ей лайки. Так, подождите, ничего мне никто не сказал, что Павер придет. Я хотя бы кофточку бы приподняла сразу же. Ребят, спасибо за подписку и спасибо за рейд. А ну, спрячь сиськи! Так, пацаны, ставьте ей лайки. Ставьте ей лайки, пацаны. Ставьте ей лайки. Блин, ребят, я сейчас заплачу, спасибо. Все, он в шоке. Спрячь сиськи! Быстро сиськи спрятала. Павер, это для тебя. Сегодня можешь наслаждаться. Ладно, я буду скромной женой. Так, вам нельзя такое смотреть. Вам нельзя такое смотреть. Вам нельзя такое смотреть. А быстро спрятала сиськи, чтобы не показывать никому. Ладно, хорошо. Смотри мне. Так, все, короче, завозим. Давайте 1000. Ладно, ну за Сисяндра можно и лайк поставить. Просто заходим, ставим ей лайк. Давайте 1000 лайков ей добьем. Нет! Алло, мелкие дрочеры, смотрите, такой другого, понятно? Так, быстро заходим, ставим лайк. Че он там говорит? Короче, подписывайтесь, быстро, быстро, быстро. Пока Павер ушел и не видит. Спрячь! Блять, он вернулся. Спрячь! Ладно, пацаны, Павер сказал спрятать, придется спрятать. Простите. Ибо пишите ему, чтобы я показала сиськи, я их верну обратно. Коза, блин, что делает? Так, я сейчас... Коза, блин, что делает? Так, ладно, я выйду сейчас. Сейчас, проверю. Тихо.
меня на контроле сейчас. Угу. Так. Я слежу за тобой. Сейчас посмотрим, что она там делает. Если я сейчас уйду, она будет сиськи показывать опять? Сейчас посмотрим. Так, он хочет, чтобы я показала сиськи или нет? Нет! Не хочу, не показывай! Не... Пишите, не показывай! Пишите, не показывай! Пишите, не показывай! Пишите все у нее в чате, не показывай, не показывай. Вот, пишите мне в чате, не показывай. Пишите все у нее в чате, не показывай, не показывай. Пишите мне в чате, не показывай. Ладно, давайте сделаем вот так вот. Что происходит? Ничего? Все нормально. Давайте сделаем вот так вот. Все, что было по-честному, 50 на 50. Все пишут, показывай. Вы тупые, что ли? Зачем вы так? Зачем вы просите? Я сказал... Вы сейчас взорвётесь все нафиг. Показывай, показывай. Так Павер попросил, чтобы я показала все-таки, да? Я не просил. Ладно, хорошо. Я сказал не! Ой, у меня тростегнулось, блядь. Чёрт. Конишки порвались. Сорян. Ой, как хорошо, что Павер ушел, он не видит этого сейчас. Что он еще попросил показать? Не показывай! Все, можешь показывать. Не показывай! Все, он ушел уже, можно раздеться. Она тебе не жена, да. Ушел или ушел? Все, ушел, скажите, ушел. Скажите, ушел, все пишите, ушел, ушел. Все, он ушел, ладно, ушел. Ребята, если вы сейчас все подпишетесь, я точно разденусь. Угу. Я себя на заднем фоне слышу. Давайте, я себя на заднем фоне слышу, кого ты тут разводишь. И я тогда уже покажу вам сиськи. Не дай бог! Не дай бог! Ничего страшного не случится. Алло, коза, не показывай ничего. Ушел, да? Тац, не говорите ему ничего. Сейчас давайте быстренько. Ты и тут с Бонгой попутала. Собирайте лайки, и мы устроим с вами трэш. Только Паверу не говорите, он не должен об этом знать, понимаете? Ой, ой, вот засранка мелкая, а. Так, ладно, что там? Что там она делает, блин, опять? У! Опа, пошла жара. 500 человек сидит. 500 человек из своей аудитории потерял, пацаны. Плюс стояк. Плюс стояк. Хороша засранка, а? Здорово всем, ребят. Добро пожаловать. Ой, как жепой трясет, а? Сука, на стримерша. Парень, ты гей, зачем смотришь? Я на кота смотрю. Нормально она вытанцовывает. В стрип-клуб ходить не надо. Чуть-чуть сиси. Ну все, все дрочеры с моего стрима ушли туда. Спасибо тебе за 30 рублей. Павер, я тебя вижу. Я стесняюсь танцевать, когда ты приходишь. Он говорит. Веди себя хорошо. Ты че тут жопой трясешь на камеру? Я не понял, а? Не понял, ты че за жопотряски тут? Веди себя хорошо. Жопой трясешь на камеру, я не понял, а? Так, ну тебе же нравится, когда я жопой трясу. Понял, ты что за жопотряски? Сейчас резик пойдем. Ты меня слышал? Да! Я говорю, тебе же нравится, когда я жопой трясу. Вы что, для меня потанцуешь? Ты хочешь постоянно жопу потрясти. Чего, когда я тебя просил жопу трясти?
Может, ты для меня потрясешь потом, а? Чисто для папочки. Чисто для папочки. Ну как так, ты не помнишь? Может, ты для меня потрясешь потом, а? Давай, может, на лечение кому-то? Доллар кинул. Спасибо, спасибо, братья. Спасибо тебе. Ааа, ну все, пацаны, тупо папочка, учитесь. У меня что такое? Голос ужасный, ё-моё, почему я, ну типа, ладно. Так, ладно, короче, посмотрим, что там с Окси. Окси. Рокси. Так она не стримит, по-моему. Рокси, Окси. А, стримит. Чё она там делает? Нифига себе! Граната вон тапает. Ну, в смысле, сиси палит. Я наоборот их прикрываю. Алло, она лифаке, что ли, там стоит, танцует? Это спортивный топ. Нифига себе там. Я в таком зал хожу, говорит. Вай, какая там кроля, а? Да. Блин, жалко, что на Твиче забанили. Ладно, короче, давайте, ребят, я попробую, может, меня... Попробую, может, разбанят на Твиче, поговорю, короче, с админом. Ух, пойду спать. Ребят, спасибо, что смотрели, поддерживали. Я вас очень люблю, ценю, спасибо вам огромное. Пойду отдохнуть. Ладно, давайте.